Пара-мара-пам. Всем привет. Еще раз так получилось, что второй раз в эфире. Первый раз у меня в эфире был ВК сегодня. Так что ничего, не второй, а первый. Кстати, посмотрите ВК на моем основном, ну, в моем аккаунте. Там сегодня выражался все по поводу того, как наши олимпийцы выступают и как их надо поддерживать всей душой, как только можно вообще. И почему я так считаю. Вот. Здесь у меня такой опус больше политической направленности. Просто поболтать. Не то, что я там буду там излагать прям все складно, а так, за жизнь. По поводу выборов. Хочу разобрать и сам разобраться в своем отношении к тем кандидатам, которые есть. Вот. Ну, насчет того, который, скорее всего, это победит, да? Тут как бы все понятно, что ничего не понятно. Не, что победит-то, да, очень вероятность очень велика. А вот по поводу поведения совершенно непонятно. Вот это вот отклонение от дебатов, отказ от прямого, значит, эфира и замена прямого эфира фильмом Оливера Стоуна. Говорит о том, во-первых, об уверенности, которая базируется на пофигизме, напомню. Потому что все, там рассуждают так, все будет так, как мы захотим. И нам похер абсолютно на игры, в которые, блин, играют люди. Все, кроме нас. То есть люди пусть играют, а мы свою, блин, игру уже сделали. И нам совершенно по барабану. И это болезнь, типа заболел, особенно рядом с событиями в Сирии. Не хочу никому ничего рассказывать, товарищ осуждает. Пофигу, блин, абсолютно на все, что тут меня там ожидают. Ваша задача — прийти на выборы или не прийти, в общем-то, равнозначно. Однохуйственно по барабану. Как там? Однопенисуально. Вернее, это монопенисуально. Что по-русски значит однохуйство. В общем-то, все равно. Ну, конечно, поиграем в явку, поиграем еще во что-то, но, в общем-то, все по барабану. По поводу Навального, который не является кандидатом уже, так как его не допустили, ну, по этому поводу я говорил. Я его поддерживал всячески, пока он был там кандидатом. А вот как он перестал быть кандидатом, мне его позиция не понравилась. В том ключе, что он сразу стал говорить о том, что если не я, то никто. То есть, если меня до выборов не допускают, то на выборы не идем, товарищи все. То есть, на самом деле, никого не существует круче меня. То есть, из тех, кто может это побороться, значит, против того режима, который сейчас есть. То есть, либо я, либо никто. Поэтому, если меня не допускают, то, как говорится, не ходите никто. Я считаю, что это неправильная позиция. Вот. Он тоже понимал, вернее, к этому готов был, да, что его на выборы не допустят, но он, конечно, стал той фигурой, которая действительно получила широкое, скажем так, освещение, хотя ему не хотели его всячески давать. И теперь, конечно, если раньше там большинство говорило, ну, а кого мы выбирать будем, кроме Путина? Ведь никого же больше нет, то сейчас так уже не говорят. Плохо ли, хорошо ли говорят про Навального, но знают, что кроме Путина есть еще Навальный. И на следующих бы выборах у него бы было больше шансов. А на этих выборах он бы мог бы очень запросто, если не допустили его, то организовать коалицию с кем-то. Ну, предположим, с теми же самыми коммунистами или с кем-то еще. Ведь и Навальный, получается, что если он против того, чтобы люди шли на выборы, если не допускают на выборы его, то получается, что ему нужна личная власть,
а не смена режима. А он все время говорил, что ему просто не хочется, чтобы человек, узурпировавший власть, сам сидел еще один срок. Вот. А получилось-то все совсем не так. Получилось так, что если меня не выбирают, то как бы мы не идем на выборы. Хотя, если мы не пойдем на выборы, все равно выберут Путина. Потому что количество, то есть вообще явка как таковая, все равно не имеет значения. То есть процент не имеет значения, имеется в виду объявившихся. Важен процент проголосовавших за кого-то. Даже если явится 3 человека, из них 2 проголосуют за Путина, все, выборы будут объявлены состоявшимся. А Навальный, получается, как себя ведет. Если бы его на выборы допустили, то он бы кричал бы: «Все на выборы». А если его на выборы не допустили, то он говорит: «Давайте не пойдем на выборы». Значит, получается, ему нужна личная власть. Ему совершенно пофигу на то, что будет ли сменена власть. Потому что она не будет сменена, если мы на выборы не явимся. Она, может, и сменена не будет, если мы явимся. Но это хотя бы возможность. А так и возможности, как таковой, не будет вообще. Вот и все. Видите, как все просто. Да. Поэтому он тут не прав. Сделал бы он там коалицию с тем же, с Грудининым, разбились бы они таким образом, что если Грудинин побеждает, Грудинин президент, а Навальный премьер-министр. И политическое значение приобрел бы он, и мог бы свои реформы продвигать, если у него они как бы есть. И добились бы они бы гораздо больше совместно, потому что у Навального тоже много сторонников. Он бы просто призвал бы сторонников своих там проголосовать за Грудинина, и все бы было бы чики. Вы понимаете, да, идею? Но нет же, он себя повел совсем не так, чем в моих глазах себя дискредитировал и перестал быть интересным. Нет, и обзоры его, безусловно, скажем так, интересны очень. Потому что занимается он важным делом и полезным, когда там изобличает коррупцию и все такое. Вот. Но учитывая тот факт, что вот он себя показал с такой стороны, что он просто рвется к личной власти, меня слегка разочаровал. Я даже скажу больше, наверное, и нельзя его к власти пускать. К единоличной, с президентской. Там мог бы быть каким-то министром, возможно, премьер-министром и так далее. Возглавлять какой-то комитет, да. А насчет президентства не знаю. Вот. По поводу Грудинина. Да. Тут, конечно, сложный вопрос. Не могу сказать однозначно, то ли это прокремлевский проект, то ли нет. У меня ощущение такое сложилось. Но, понимаете, это же ведь все игры. Поэтому утверждать что-то невозможно, наблюдая просто со стороны, причем с одной позиции. Если бы это изнутри еще посмотреть сам ситуацию, покрутиться в округах, там, хотя бы близко рядом с ними, можно было бы сформировать какое-то более прицельное мнение. А так могут быть только теории, версии, варианты. Мне на данный момент кажется наиболее вероятной такая теория и такой вариант. То выходил он грамотно, то есть они протянули до последнего, некоторые вот обвиняли его, Навальный, что типа где же ты раньше был, мы тут вели всякую борьбу, мы тут за этот электорат мы боролись, а ты как темная лошадка, он как темная лошадка выскочил. И вот так вот, и давайте голосуйте за меня. Мне кажется, правильно он сделал все, если собирался действительно идти на президента. Потому что он обозначился в самый последний момент, и против него еще ничего не накопали. Ни компромата, ни стали бороться против него, ничего не сделали. И в итоге он на выборы вышел без особых проблем. Тем более, что его поддержала партия, одна из известных и весомых. Вот, поэтому собирать голосов нужно было меньше, так он выдвигался партией. И все. И он оказался, как говорится, на коне. Но вот тут вот власть, может быть, в какой-то момент действительно перепугалась, потому что он стал реально популярный. Так как крепкий хозяйственник себя показал, люди посмотрели, поинтересовались в интернете, что за человек. Действительно, крепкий хозяйственник. Человек, который понимает, как управлять крупными проектами, как заботиться о людях, по крайней мере, это визуально, то есть это видно, так кажется, так формируется мнение такое. Вот, и все нормально как. Но в какой-то момент
мне кажется, особенно после вот эфира с Соловьем, когда Грудинин там набрал огромное количество голосов по рейтингу в телевизионном эфире на одном из центральных каналов, которые водоканалы, от слова канализация там, да, вот. Мне кажется, что его испугались. Реально, испугались его популярности, возможности его. Вот. И в какой-то момент с ним провели какую-то беседу, вероятно, или что-то еще такое. И он как-то странно стал выглядеть. Смотрим мы встречи с электоратом. Он как-то резко поглупел. А в каких-то моментах стал нести просто ахинею. Я помню его интервью и вступление с Потапенко, когда совсем другой человек. А здесь он какой-то не такой совсем. Я уж с Дудем в интервью, вот это его простолинизм вот этот вот, просто убил вообще там, отвратил. По-моему, это самая позиция. Лучше бы он ее не озвучивал. К историческим фактам вообще не надо иметь самую политику какой-то, какого-то убежденного, единоличного, такого единоверного, как он считает сам, отношение, единственно правильного, вот так вот. А он на самом деле такую спорную фигуру, ставя на пьедестал, спорную прям реально, он, конечно, огромную часть электората потерял. Вот в моих глазах он прямо, ну, конкретно потерял. Он мне тоже перестал быть интересен после интервью с Дудем, как особенно. Вот и скажите после этого, что блогеры не могут влиять на мнение людей. Офигенно могут, на самом деле. Офигенно. Просто касательно. Вот. Ну, дальше. Титов. Можно сразу. Прям прочерк и все. Кому и никто знает, кому интересен, кроме предпринимательской и олигархической какой-то верхушки, там так вот, да никому не интересен. Абсолютно большинство людей, абсолютно колоссальное, даже не знает, как он выглядит. Даже не знает, кто такой вообще. И не узнает даже. Вот. Собчак. Ну вот это вот интересная, конечно, фигура, личность. Интересная. Она все правильно. Вот все правильно. Но однажды, получив себе в резюме блондинку в шоколаде, она, конечно, долгое время должна теперь работать над своим имиджем и авторитетом. Она все правильно делает. С точки зрения политика. Она все правильно говорит, она умеет правильно держаться, она никому не даст себя заткнуть за пояс, она никому не даст себя унизить, она за словом в карман не лезет, умеет выдержанно и четко натопонировать людям, которые, кипя злобой, выступают против нее. Она спокойно, выдержанно может общаться. Вот. Ее ход «Кандидат против всех» тоже реально интересный и, в общем-то, по идее, даже правильный. Но вся проблема в том, что и менталитет россиян, и ее вот эта вот блондинка в шоколаде, вот это прошлое, «Дом-2», не дают людям представить ее в качестве президента. У нас вообще проблема с тем, чтобы представить в качестве президента хоть какую-то женщину. Хоть какую-то, любую. А уж Ксению Собчак, наверное, сам тем более. Потому что простой народ ее вот воспринимает как... Хотя она мне лично симпатична, просто говорю, это не мое мнение. Мое мнение, что ее так народ воспринимает. Я так ее не воспринимаю. Я, наоборот, уважительно к ней не отношусь. Но народ воспринимает ее как высокооплачиваемую какую-то проститутку, несмотря на то, что она замужем, что у нее дети и все. Но вот это вот это прошлое, всякие снятые скрытые камеры, ее похождения там, с Тимати там и все, ну, то просто ее дискредитируют.
И, конечно, люди постарше говорят, а это там Собчачка проститутка. А зря. Да зря на самом деле. Но в качестве президента представить ее действительно сложно. Я, вернее, несмотря на всю разумность ее доводов, даже если постараться быть абсолютно непредвзятым, вот быть не получается. Не получается, к сожалению, даже вот у меня, хотя я ко всем кандидатам хочу подходить с точки зрения какой-то непредвзятости. Вот даже про Грудинина хочу сказать, я его тоже видел бы в роли министра сельского хозяйства, например. Но я совершенно не вижу и не понимаю его как человека, который серьезно мог бы заниматься внешней политикой. Особенно со своими просталинскими воззрениями. Это просто вообще засада. С имперскими такими сталинскими. Ну, если ему сталинцам нравится, значит, он хочет быть на него в чем-то похож. А это и не хочется, чтобы так было. Ну, вот. А Ксения, я и не вижу, как она во внутренней политике могла бы состояться. Она может возглавлять какие-то общественные комитеты, опять же, может быть, даже какие-то министерства. Ну, больше по связям с обществом что-то, такие вот фонды какие-то. Вот это вот да. Но заниматься глобально внешней и внутренней политикой, я не к тому, что у нее харизмы не хватит, что у нее не хватит ума. Хватит, наверное. Просто говорю, представление о том, как она могла бы это делать, у меня на настоящий момент нет. Хотя я в этом могу быть абсолютно неправ. Я даже больше того скажу. С точки зрения перемены власти, она, наверное, лучший кандидат сам. Если вот власть менять, то она кандидат в этом отношении самый лучший, на мой взгляд. Но рейтинг у нее чрезвычайно низкий в плане того, что, я говорю, это резюме, оно через всю жизнь, наверное, пройдет. Но потребуется какое-то время.